Доброго времени суток, с вами Саймон, и мы продолжаем играть в RetonXVagen Simulator 2012. Проще говоря, в симулятор скорой помощи. Более рассказывать и нечего, как обычно. Прекрасный день, прекрасная погода, тепло. Облаков особо нет. Так, отлично, уже спешим, Вася уже в машине. И поехали. Все, спешим на вызов. Ничего не было. Камера вроде бы как-то опять, да. Камера опять сама приблизилась, я не понимаю, как-то через раз все это делает. Ладно. Ну, будем терпеть, такая игра. Сейчас слегка подлагивает, да, но вот что странно, когда подлагивает, FPS не приседает. Вот именно сейчас вот FPS держится на хорошем уровне, но вот иногда, когда подлагивает, он не приседает. Не знаю. Как это у меня довольно-таки странно бывает иногда. Все, бежим. О, блин. Вот сюда нельзя было поставить текстуру асфальта. Окей. Так. Укол, вода. Напишите текст здесь. Окей. Окей. Так. Укол. Супер. Вода. Да, отлично. О, блин, что с глазами у Васьки? О, Вася, Вася, а ты зомби. Так, и проверить жизненное. Нет. Нет. А как вот проверить-то? Нет. Чувствую, где-то близко. Нет. Да ну. Конечно. Кровотечение. Супер. Здесь то же самое, да? Нет. Ух ты. Так? Нет. Да ну. Так? Да не оканчивала никакой вуз, блин. По блату взяли сюда. Вот я и работаю. Я не понимаю. Ну, капельница. Ай, блин. Ладно. Чего уж удивляться. Это какая серия-то? Шестая, да? И все то же самое. Окей. Чего я удивляюсь? Кстати, вот обратите, пожалуйста, внимание, вот какой классный кустарник около машины. Тут, блин. Ну вот что с этим не так. То есть, как вы видите, вот обрисован по краям. Я не могу сказать, что это очень реалистично, это минус игры, но мне лично нравится такой стиль. Вот, знаете, как в этих играх The Walking Dead, вот этот Borderlands, вот эти... Не секал. А игры Telltale, да? Вот эти вот. Игры, где... Где вот эта вся рисованная графика. Очень похожие кусты сделаны. Похожи. И мне очень нравится. Но, извини. Все, да. Мы не можем никак тебе помочь. Надо перезагружать игру. Встретимся через секунду. Начинаем все сначала. Окей. Так, надо тогда спешить. Он может задохнуться, да? Ну, это, конечно, в реальности здесь он может задохнуться.
Так. Да, нам нельзя залезть, да, даже. Шумахер от бога. Ага. Да блин, еще не тормозит. Опять у меня, слава богу. А, сносим все углы, конечно же. Давай, я купил в подъезде, да? Да. Переходим метро. Окей. Ну, входи. Так, наверняка на том же самом месте, что и всегда. Да. Вот там, скорее всего. Да, да. Да. Застряли. Ого. Что у него с локтями, господи. У вас оно вывернуто как-то. Конечно, давай. Медикамент, супер, да. Теперь вот по логике действуем. Так, и, наверное, надо поставить... Кислородная маска, угадал? Нет. Капельница, да? Нет. Неужели вот так вот? Нет. Еще один укол? Нет. Воды дать? Нет. Да, да-да-да, гениально. Ладно. Надеюсь, что со временем я пойму эту игру. И теперь кислородная маска. Да. Окей. У нас Вася, блин, даже какой-то не блондин, а седой, по-моему, мне кажется. Так, все отлично. Свой долг мы выполнили. Заводимся и едем. Скорость на поворотах. Ну, я не знаю, но почему-то вот я сижу, мне и так хочется полихачить. Да. Да. Но все-таки я же люблю играть с атмосферой, да, вот вживаться в роли. Я, наверное, уже раз 10 за всю вот игру сдох. И раз 20, наверное, уже банкротился на штраф. И ремонт. Поэтому с этой секунды ставлю себе ультиматум. Ультиматум. И постараюсь больше так сильно не лихачить, чтобы прям заносило. Я влупился в стену. Постараюсь быть хорошим водилой. Little India. Какие-то игры, да? Наверное, что-то по типу молодежных игр. Тут еще вот можно дальним светом как-то маячить. Надо будет как-нибудь попробовать. Давайте попробуем. Ноль эффектов. Ноль. Опять повысил скорость. Занесло. И опять я все сломал. Так, ладно. Ладно. Вот сейчас ничего не было. Мы
типа только что. Выходим отсюда на свое первое задание в этой серии. Да, и вводим нормально. Так. Отлично. На Фиате едем, окей. Ох, самый лучший автомобиль. Такой самый устойчивый и самый управляемый. Нет! Блин, все хорошо, шума. Ну вот иногда я наскакиваю на бордюры, да. И вот такое вот случилось. Все нормально, гражданин. Все нормально. Просто заблудились и проехали. Окей, нормально стали. Как боги припарковались, отвечаю. Опа-на. Какой божественный звук. Да. Что я могу вам сказать, какие прекрасные поля. Фототекстуры. Супер. И какой прекрасный звук. Встретимся через секунду. Ну вот, все. Выходим. Как ни в чем не бывало. Такой примерный. Медбрат, медсотрудник. У нас вызов, Вася. Едем, едем. Все. Вживаемся в роль. И едем на... Вот такая богатая серия на казусы. Вот уже 10 минут мы встречаем казусы. Отлично. Так. Надо теперь ходить всегда по дорогам. По траве ходить нельзя, говори лишь. Так, отлично. Окей. Не здесь? Здесь? Нет. Он ж, ты же сам сказал, что надо проверить эти функции. Тогда медикаменты давай дадим. И перелом кости, скорее всего, будет. Нет. Кровотечение. Скорее всего, будет. Кровотечение. Да? Да. Нет. Да. Нет. Да. Да. Супер. Вася, ну ты б хоть помог. Так. Так, нет. Так, нет. Так, нет. Так, да. Супер. Самый последний момент проверим жизнеспособные функции. Да. Значит, делали мы гипс, положили, медикаменты вкололи. А потом оказывается, что человек мертвый. О-ло-ло. Ух ты. Давненько не говорил такую фразу. О-ло-ло. Так, движок включаем. Что-то машина-то не едет. А, все, едет наконец. Отлично, едем в больницу. Ладно. На бордюр слегка наехали. Благодарю. Побибикал на счастье.
готово. Ну, хотя бы Вася нам помогает нести там, или что он делает. Хотя бы так. Не совсем он бесполезен. Не успели. Ладно. На Шкоду Октавия очень похожа машинка. Балуюсь с учеником. Блин, в профиль лицом Вася очень похож на женщину. Очень. Не уследил, как всегда. Что там такое в окнах? Коробки? Успел даже остановиться. Впритык. А, какой я ювелир. Так, отлично. Так, отлично. Так. Нормально. Так, едем. Это довольно-таки неспешное задание будет. Там зеленый для нас. Похоже, идут. Этажка, наверное, там мы и живем. Не думаю, что у нас есть деньги, чтобы позволить себе пожить в каком-нибудь из этих вот таких малоэтажных домов. Sorry, извиняюсь. Не думаю, что не войду в поворот. Все-таки это такая маленькая машинка. Она должна быть очень юшкой. А вот тут Фиат, на котором только недавно были, он намного поворотливее, чем вот этот Мерседес. Хотя Мерседес, вот эта машина, должна быть, наверное, где-то как минимум в половину раза поворотливее. И тормозить он должен лучше, потому что его масса поменьше уж. И тормоза должны быть лучше. Вот эти какой не поворот. Это будет, конечно, очень плохо. Опять не уследил. И опять мы проехали. Где-то здесь. А, на той стороне. Окей, блин. Я думаю, что снова поехал.
едем. Подъехали, можно сказать. Давайте задом заедем. Оу! Конечно, и виноват, конечно же, мы, потому что мы выехали на встречную полосу. Да. Ой, блин. Да. Кстати. Через окна можно видеть этот фон сквозь текстуры. Так, ладно, стучим в дверь. Поехали. Я бы мигалки с удовольствием включил. Давай. Вот, и конец нашел применение этих фар. Думаю, все это точно. Наверное, разработчики планировали здесь сделать вечер, ночь. Может быть, смену времен суток. Опа-на, где Вася? А, сзади. Да, я уж перепугался, что мы наконец-то одни поехали. И можем потеряться в этом мире. Мы всегда соклас поехали. Уже хорошо было катиться на спинку стула. Наверняка услышите этот скрип. Сейчас, правда, я не знаю, как мне будет слышно, хорошо или плохо, потому что я облокотился, стал подальше от микрофона, чем обычно. Если буду слишком тихим, вы уж напишите, пожалуйста. Больше так не буду делать. Так, поехали. Отлично, едем. Едем, едем, едем. Еще раз едем.
уж на зеленый свет мы, наверное, не успеем. Не успеем. Да ну. Ух ты, смогли. Так, ну все, идем. Отлично. Ну что ж, думаю, на этом можно и закончить. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось. С вами был Саймон, до новых встреч.